Скоро родители потратят миллиарды рублей на букеты в школу, которые завянут через неделю. Но ведь можно принести по одному цветку и собрать букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Спасибо, что даете жизнь и нам, заболевшим, и цветам. Ваша поддержка оставляет нам лишь один выбор – сделать еще один шаг вперед. Пожертвование можно сделать на сайте фонда «Добро24.ру» в профиле «Дети вместо цветов».